Lambone Films. Итак, рассказывай. Все. Хорошая шутка стоит любых денег. Толстяк Арбакл. Как мило со стороны Ронни позволить мне взять Оскар домой. Lambone Films представляет. Мне стыдно за тебя. Посредник. Эй, мистер, перестаньте. Опустите пистолет, прошу вас. Это ограбление. Это займет всего минуту, мистер Фриман. Извините за беспорядок. Моя секретарша снова взяла выходной. Кажется, какой-то очередной хасидский праздник. То ли Хари Кришна, то ли Шанана. Черт его знает. Итак, у вашей матери была задолженность по налогам, поэтому нам почти нечего вам передать. Вам остается кольцо с изумрудом в платиновой оправе. И вот это... картонная коробка, в которой находятся, цитирую, «самые дорогие мне вещи». Это все. Иначе государство подаст на вас суд, мистер Фриман. Оно по этой части большой дока. Теперь, будьте так любезны и подпишите эти три документа. Здесь и вот здесь. И еще здесь. Вот и все. Спасибо, сэр. За ваше время, ваш бизнес, и спасибо, что не залили слезами стол. Хотя, одну минуту. Есть и хорошая новость. Смотрите, мистер Фриман, тут какой-то счет. Похоже, ваша мама успела его оплатить. Продажа дома, аукцион. Ленни Фримен, бухгалтер. Привет, Ронда. Привет, Ленни. Соболезную. О, спасибо. Что ж, хочу сказать, что было очень приятно работать с тобой. И жаль, что ты ни разу не пошла со мной на свидание, ведь ты была всегда занята. Ну да. И тебе спасибо за дружбу, Ален. Смотрите телевизор. Лас-Вегас, 380 миль. А теперь прямо из Лас-Вегаса шоу Монте-Гая.
У нас в гостях комик Джимми Шоу и победитель прошлогоднего конкурса Руди Фитц. Ваши аплодисменты, Шоу Монте-Гая! Эй, Шекспир, будем дышать или заказывать? Нет, спасибо. Спасибо, я почти допил этот дерьмовый кофе за 60 центов. Или спасибо, я все-таки сделаю заказ, чтобы не тратить попусту время, мисс Эвелин. Простите, у вас есть яйца? Я не мужик. Шучу. У тебя есть чувство юмора? Я не понял, что вы пытались пошутить. Я не пыталась, я пошутила. Понятно? Да, мам. Ладно, вернемся к нашему меню. Итак, что будешь? Я буду три яйца. Сметку? Омлет. А к нему сосиски, бекон, тосты и соус. И инфаркт в нагрузку бесплатно. Это шутка. Не понял. Эй, почему не смеешься над шутками? Все говорят, что это смешно. Эй, Ричи, я смешно шучу? Даже очень смешно. Ну, что пялишься? У тебя нет чувства юмора? Ну, вообще-то я стендап-комик. Скоро им стану. Ленни Фримен. Да уж, обхохочешься. Ты точно не стендапер. Еще нет, но я еду на шоу Монте-Гая. Куда? На шоу стендаперов. К Монте-Гаю. А. Думаю, ты там надолго не задержишься. Ты начисто лишен чувства юмора, чувак. Очень любезно. И ты первый начал. Сидишь с непроницаемым лицом статуи с острова Пасхи. Простите. Может быть, мне отправиться в Лас-Вегас? Официантки там точно нужны. Правда, Ричи? Я извинился. Поздно. Я уже обиделась. Эй, Луис, сделай ему омлет и пусть катится ко всем чертям. Тоже мне Боб Хоуп нашелся. Джордж? Да? А ты очень забавный. Все так говорят. Ты самый забавный комик на свете. Можно мне автограф? Мой автограф? Да. Распишись на этой строчке. А вот что ты задумала. Хотела получить мою подпись под договором. Не получилось. Уходи. Хорошо. На вечеринку? Нет, спасибо. Я еду в Лас-Вегас. Далеко еще? Примерно 200 миль по прямой. Доедешь до Лэмбоуна, там увидишь яркие огни. Не проедешь. А, спасибо. Туалет чистый? Хоть обед с пола ешь. Эй! Заправщик! Извини, шеф, не хотел пугать. Может, ты подбросишь меня? Простите, но нам не по пути. Уверен? В чем? В этом. Просто я не беру попутчиков. Мне так мама велела. Поймите. В наши дни осторожность не помешает. Да, простите, не смогу помочь. На самом деле можешь, но только не хочешь.
Есть разница. Не бойся. Как-нибудь справлюсь. Да, хорошо. Звоните, если будете в Лас-Вегасе. Звезда? Нет. Но стану. Эй, подбросить! Как мило, что Ронни позволил взять Оскар, чтобы показать его Рочестеру. Темно сегодня. Очень. Ну ладно. Эй, парень. Я? Есть спички? Да, я сейчас дам. Тихо, это ограбление. Опустите пистолет. Заткнись, не двигайся. На, кошелек или жизнь? Я ведь это уже чинил недавно. Научитесь следить за вещами. Прости, в Евангелии от Луки сказано... Не учи меня, я знаю, что там сказано. Приятель, я же сказал, кошелек или жизнь. Я подумаю. Надеюсь, вы не какой-нибудь извращенец. Извращенец? Нет, точно нет. Уверены? Готов бы поставить что угодно, но нечего. О, спасибо, друг. А то там сыро. Ух ты! Отличная тачка. 52-го года? 53-го. Класс. У меня был «Шевроле». Стильные литые диски, толстые шины. Супер. Жена утверждала, что я готов спать с этой машиной. Я говорил, член застрянет в выхлопной трубе. Да и горячо будет, знаешь ли. А имя было? У члена? У машины. Да, конечно. Я даже на боку написал. «Черная магия». Как в песне Луи Примы. Мама любила Луи Приму. А ты? Да. Кстати, Прима любил кинуть палочку, если ты понимаешь, о чем я. Он спал со своей 16-летней бэк-вокалисткой. Расскажи матери, она обалдеет. Она недавно умерла. О, я уселся и несу всякую чушь. Знаешь, я не заслуживаю твоей помощи. Можешь высадить меня прямо здесь. Нет, все нормально, правда. Я даже рад, что вы много говорите. Мне интересно. Я раньше не брал попутчиков. Ты не брал попутчиков? Господи, чувствую себя Гитлером на Песах. У тебя доброе сердце, друг. Знаете, я остановился, потому что меня удивила надпись на плакате. Вегас. Я Хич. Хич? Да, это мое имя. Ленни. Откуда ты, Ленни? Пеория, Иллинойс. А ты?
О, где я только не жил, друг. И нигде подолгу. Навсегда я готов поселиться только в баре. Смешно. Я это использую. Договорились. Так ты совсем один. Твой отец, похоже, умер. Как ты узнал? Да я просто предположил, исходя из твоих слов, что ты жил вдвоем с мамой. А, понятно. Да. А ты решил, что я телепат и сразу занервничал? Я не слышу чужие мысли. Зато вижу знаки. Как раз сейчас впереди знак, который говорит нам «Стоп!». Ух ты! Это как целовать кобру, покруче любого секса будет. Давай я куплю нам поесть. Хорошо, Ленни? Ты же не против? А? Ладно, знаешь, давай остановимся вон там. Сниму наличку. Добро пожаловать в Лэмбоун. Открыто. Я быстро справлюсь. Оставлю здесь сумку, потому что доверяю тебе, Ленни. Только смотри, не открывай ее. На третьей базе кто играет? Не знаю. Кто на первой? А кто на второй? Не знаю. Он на третьей. Кто на первой? Привет, мэм. Кажется, вы из тех женщин, кто любит от души посмеяться. Прошу, остановите, если это не так. Слушай, я заметил у тебя в машине старые записи. Да, мы с мамой их разучивали. Весело. Это больше никому не интересно. Что ты, это ж классика. Да ладно тебе, Ленни, брось. Сегодня интересны юмористы, которые разглагольствуют о том, как все облажались. Чем грязнее, тем лучше. Я знаю. Я с ними работал. Вот как? Они как заноза в заднице. Вечно ноют про то, как другие пишут смешнее, как кто-то стырил их шутки, как им попасть к Монте-Гаю. Кому интересно? Мне. Да ладно. Ты хочешь стать комиком? Угадал. Сейчас я еду на пробы к Монте-Гаю. А талант? Мама говорила, что есть. Слушай, к черту твою мамашу. У тебя хоть раз были реальные зрители? В смысле? Ты когда-нибудь обнажал душу перед залом? Смешил за деньги? То есть на сцене? Нет, ни разу не выступал. Эй, обнажись для меня. Только давай помедленнее. Он думает, что это смешно. Детка, я же юморист. Да, и в последнее время ты особенно смешон. А это смешно? Прости. Еще кофе? Он правда комик? Да, он у нас тут местная звезда. Рядом есть микрофон для выступлений. Туда половина города ходит, а также многие по пути в Вегас. Это очень кстати. Вот туда мы отправимся. Прямо сейчас. Ленни хочет стать знаменитым, верно, Ленни? Какая жалость. Он мне понравился. О, боже. Она хорошенькая. Это твой шанс, Ленни. Нет, она не согласится. Да я про микрофон, глупый. Пора показать, на что ты способен. Нет, мне нужно в Вегас. Как хочешь. Я имею в виду, если ты хочешь облажаться перед главным комиком страны, то это твое дело. Но это реальный шанс. Эта штука сперла деньги. Если ты попросишь более вежливо, то Квин нам что-нибудь сыграет. Я? Спасибо всем. С удовольствием. Это для тебя, детка.
heart is sad and I'm all alone. My man's treating me mean. Так ты думаешь, что мне стоит выступить? Слушай, это твое дело, но нужно быть сумасшедшим, чтобы выступать перед Монте без репетиции. Я не твой менеджер. Ты мог бы им стать, Хич. Ну, я не знаю, что сказать. Нет, ты, конечно, мне нравишься, но ты ведь не платишь мне зарплату, дорогой Ленни. Если тебе не понравится мой материал, то я готов его исправить. Все не так просто, приятель. Это как в сексе. Что приятно одному, может быть неприемлемо для другого. Такие отношения требуют полного доверия. Прошу, Хич. Я мечтал об этом всю жизнь. Предупреждаю, Ленни. Я не работаю со всеми подряд. Я тоже, Хич. Клянусь. Что ж, у тебя доброе сердце, Ленни. Пожалуй, мы поладим. Отриньте Вавилон! И вам добрый вечер. Закройте дверь, а то здесь мухи. Антихрист уже совсем близко. Он несет разрушение и отчаяние всем праведным чадам Божьим. Час пробил, Вавилон. Да, час уже пробил. За эти шутки меня выперли из Чакл Хат. Какая-то дура не хотела, чтобы я выступал, потому что мои шутки оскорбляют женское движение. Что такое женское движение? Куча баб, идущих куда-то? Шучу, шучу. Я весь за эмансипацию. Эна бене раба, квинтер финтер жаба. Эна бене рес. Что за хрень? Эна бене раба, квинтер финтер жаба. Что-то я ни черта не понял. Эй, красавица, где мой коктейль? Я так разминаю язык. А что, нельзя говорить нормально? Я тренирую язык. Ну, понятно. Глотни. Глубже! Отлично, отлично. Давайте поаплодируем нашему остроумному Тейбердо. А теперь, думаю, самое время перейти к следующей части нашей программы. Если кто-то из вас хочет выступить, то сначала убедитесь, что записались у меня. Итак, поприветствуем нашего первого гостя. Он ехал к нам аж из самой Пеории. Интересно, где это? Прошу на сцену мистера Ленни Фримана. Следующий. Знаете, у меня... Следующий. Я... Хорош, чувак, мы сюда поржать пришли. Я... От твоих шуток за версту нафталином несет. Полный отстой. Не груби нашему гостю, Томми. Пошел вон, ты отстой. Отстой! 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 Отстой!
ненавижу. Я знаю, что это неправильно, но я хочу, чтобы он умер. Ненависть — это хорошо. Нет, не опускайся до ненависти, говорила мама. Видишь ли, приятель, в том и проблема, что очень многие люди боятся выражать свои истинные чувства. Скрывают. Ведь я шел к Сене всю жизнь. Он взял и все разрушил. И другим не дал дослушать. Не плачь, принцесса. Почему они орали «отстой»? Не пойму. Ну, это и правда был «отстой». Очень смешно. Нет, приятель, это было даже хуже. Куда хуже. Есть просто отстой, а есть полный отстой. Я еще не слышал такого дерьма. Но это не значит, что ты не сможешь выступить у старины Монте. Лучше я вернусь домой. Эй, взбодрись, ковбой. Ты же не хочешь расстроить свою мамочку, верно? Худшее уже позади. С каждым может случиться. Как говорят, первый блин всегда комом. Не слышал. Знаешь, Ленни, ты должен по-настоящему разозлиться и вернуться туда. Вот представь, я стою на дороге, голосую, продрог до костей, а какой-то чувак на своем четырехколесном драндулете говорит мне: «Извини». Я впадаю в ярость. Я зол. И пока я жду следующего водилу, я представляю во всех подробностях, что бы я сделал с тем парнем, если бы смог. Я прокручиваю эти сцены в голове, а каждую деталь. Чувствую напряжение в стопе, когда ногой с разбегу заеду ему по кадыку. Вижу его взгляд, когда воткну ему пальцы в глаза. Слышу треск его черепушки, которая лопнет, как переспелый арбуз. Я ощущаю, как выдавливаю из него жизнь по капле. Медленно, капля за каплей. Убийство – грех. Убить в фантазиях не то же самое, что убить в жизни. Это как терапия. Немного поработаем, и все получится. Спасибо, мне уже лучше. Меня тошнит. Да. Ненавижу. Что пялишься, придурок? Это смешно. Черт. Что случилось? Да колесо спустило. А я бы с радостью помог, но мне нельзя быть на солнце. Врач запретил. Тому же меня сейчас, кажется, вырвет. Только шалон не уделай. Я здесь справлюсь. Что на этот раз? Запаски нет? О, черт. С ума сошел? Зачем ты убил дурака? Это не я не убивал, не понимаю. Я помню, он вышел из клуба, чтобы отлить. Меня тошнило, а потом я...
отключился. Эй, валите, мы закрыты. Сейчас запаску поставим и поедем. А, это ты? Ты вчера облажался. Я в курсе, спасибо. Хич, что нам делать? Я не хочу в тюрьму к грубым мужикам. В этом случае не нужно было играть в гольф его головой. Хич, помоги мне. Всегда к твоим услугам. Вперед. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, магазин алкогольных напитков. Oh, you're laughing, when the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, won't you be happy again? When you're smiling, keep on smiling, and the world will. When you're laughing, you bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You gotta groove, my boy. Открытие нового казино «Фараон». Начало строительства осенью. Это какая-то трагедия. Я прямо как во сне. Парочка баров оживила бы этот унылый пейзаж. Я небольшой поклонник пустыни. Слишком много песка и солнца. Да, можно сгореть, как салемская ведьма. Адская жара. Я убийца. Да, нехорошо. Хотя для какого-нибудь задрипанного борделя с пьяными драками вполне обычное дело. И расчленитель. Знаешь, сколько людей погибает из-за азартных игр? Чертовски много, поверь мне. Или возьмем холестерин. Он забивает наши артерии. Можно сдохнуть от бекона. Ты не слышишь? Я убил человека. Я убил его. А потом распилил на части и закопал. А потом откопал. И теперь я не понимаю, что делать. Если ты хотя бы на секунду перестанешь причитать, то увидишь, что я пытаюсь помочь тебе и объяснить, что это дело житейское. Поверь, не только у тебя проблемы. Прости. Ладно, я понимаю, ты сейчас в сильном стрессе из-за этого убийства. Который час? Что? Почти 7. Отлично. Успеваем к открытому микрофону. Я туда не поеду. Эй,
Верь мне, ты просто обязан туда вернуться. Нет, нужно убираться отсюда. Бежать! Бежать? Да, нужно отрастить бороду и бежать куда-нибудь в Мексику. Эй, полегче, дорогая Тельма. Ты не понимаешь, я попал в большую беду и увяз в этом намертво. Нет, Ленни. Да, Хитч. Нет, Ленни. Да, Хитч. Нет и нет, Ленни. Хотя... Да. Так, я помогу. Спокойно. Я знаю, что ты думаешь. Я просто слегка превысил скорость. По правде говоря, я давненько здесь никого не видел. Неимоверно счастлив видеть тебя. Ты счастлив? Счастлив? Панк. Итак, выходите из машины, приехали! Руки держим на виду! Это может показаться странным, офицер, но мой друг в таком состоянии, потому что... Руки вверх. Я смотрю, ты зубы мне заговариваешь. Открой багажник. Давай, не серди меня. Давай, Ленни. Открой. Вот теперь мы опоздаем на шоу. Шоу? Да, офицер, мой друг, известный артист, и то, что вы видите, это его грим. Но это нас, конечно, не оправдывает. Артисты, да? Верно. Кстати, мне кажется, или я ошибаюсь? Вы ведь в душе тоже артист, да, офицер? Флик. Что заметно? Эй, у меня классная идея. Мы можем пригласить вас на наше выступление в клубе. Мы не врем, скажи, Ленни. Правда, мы опаздываем. Да. Да. Все бабы мечтают о зеркальном потолке. Только о нем и говорят. Раскатали губу. Может, для начала хватит стеклянного кофейного столика? Ты его драешь, а я тебя красиво снимаю. Классная улыбка, детка. Вот здесь протри. Что, перебор? Вам что-то не нравится? Ладно, хорошо. Чтобы вы, леди, не думали обо мне плохо, я, так и быть, угощу выпивкой одну из вас. Кто желает коктейльчик? А? О, да. Ты хочешь, детка? А? О, да. Вот так, дорогая. Угощайся. Давай. С вами был Тиберт. Несравненный Тиберт. Ладно, ладно, хорошо, успокойтесь. У нас специальный гость на открытом микрофоне. Многие из вас наверняка помнят его вчерашний дебют. Приготовьтесь свистеть в очередной раз. Ленни Фриман.
Давай. Простите, я не в себе. Я убил человека. Он смеялся надо мной. А потом я выяснил нечто ужасное. Знаете, очень трудно избавиться от тела. Я расчленил его на куски, иначе он не помещался в яму, которую я вырыл. Он был крупнее, чем я ожидал. Нынче все такие акселераты. Знаете, чем сложнее всего в этой расчлененке? С костями? Нет, это правда. Кости тяжело пилятся. Это я. Ну ты даешь. Я все объясню. Я взял тебя в дело, а ты что устроил? Я ошибся. Я верну деньги, каждый цент. Пока, Стэн, мы оба знаем концовку. Стойте, стойте! У меня кое-кто есть. Он вам точно понравится. А ваш друг уже ушел. Это вам. Было очень смешно, мистер Фриман. Да, спасибо. Всегда мечтал подняться на сцену, но смелости не хватает. Вы, наверное, думаете, что я трус, хотя и полицейский. Что ж, труба зовет. Какой-то старухе проломили голову, труп нашли в морозилке. Удачи, мистер Фриман. Я слежу за тобой, малыш. Висельник. С байком внутрь нельзя. Что ты делаешь? Надень. Зачем? Как зачем? Для маскировки. И что? Что делать? Праздновать. Коктейль. Нет, мы уходим. С ума сошел? Конечно, я убил человека. Эй, говори тише, приятель. Боже, что со мной? Я скажу, что с тобой, Ленни. Ты крутой. Сегодня вечером был просто убойный юмор, друг мой. Это каламбур. Я ночью убил человека. Он был не человеком, а байкером. Это другое. Разве ты не понимаешь, сбудется твоя мечта. Что желаете? Еда есть? Только на любителя. Дайте нам меню и повторите вот это. Сегодня Хэллоуин, да? Эй, какая еще мечта? Ты хотел прославиться? Нет. Вернее, да. Я хотел прославиться, но только не как убийца. Ладно, друг, поплачь. Может, полегчает. Я не собирался этого говорить, но... Понимаешь, Ленни, ведь это я убил того парня. Ты так шутишь? Нет, не шучу. Когда ты отрубился, я вышел,
И проломил парню голову монтировкой. А теперь давай, друг, высморкайся. Держи. Ты? Его убил ты? Тебе лучше? О, здорово. Значит, я не убийца. Но значит, теперь ты убийца. Ты убийца. Эй, стой! Ты куда собрался? Я никому не скажу, клянусь. Уверен, у тебя были причины его убить. Конечно. Что берете? Ничего. Эй, мы знакомы? Позже закажем. Все для тебя, Ленни. А вам что? Мне тосты. Как для меня? Ты хотел его смерти. Мы не делаем просто тосты. К ним нужно заказать салат с цыпленком. Я не просил тебя об этом. Но я не хочу салат с цыпленком. Хич. Тосты с салатом рекомендую. Хич. Зелень, помидоры и майонез. Хич. Зачем мне салат с цыпленком? Я ни при чем. Будете на него любоваться. Я не имею к этому отношения. Теперь имеешь. Вставай. Так. Если кто-то рыпнется, проделаю дополнительную дыру. Всем ясно? Всем спасибо. Вы все отличные ребята. Про чаевые ей не забудьте. Стало лучше. Да, это по-взрослому. Ты понимаешь, что наделал? Да, пристрелил официантку, чтобы думала, прежде чем открывать свой рот. Нас же все видели. Значит, никто толком не сможет описать эффект толпы. Это безумие. Ты хотел сбежать, пришлось думать быстро. Теперь никуда не денешься. Ты мой сообщник. О, нет, нет, я ни при чем. Я ни при чем, ни при чем. Знаешь, как будто пластинку заело. Ты забыл про наш договор? О, Хич, я готов на все, только умоляю, помоги. Друг, ты получил, что хотел. Ты удачно выступил и должен быть счастлив, как супермодель на подиуме. Но разве ты сказал мне спасибо, нет? Спасибо? За что? За то, что ты убил ни в чем не повинных людей? В этом мире все в чем-то виноваты. Даже те, кто не в теме. А ты уже в теме. У тебя теперь есть вдохновение, друг. Оно лежит в твоем багажнике. Бери машину и уезжай. Щедрое предложение, Ленни, но у меня нет прав. Опять шутишь? Знаешь, сколько водителей по статистике погибает каждый год? Чертовски много, Ленни. Нет. Есть только один способ нам расстаться. Но ты вряд ли отважишься. Я готов на все. Да? Да. Да? Хорошо. Держи. Вот, давай. Давай! Что же замер? Давай! Да, смелей. Стреляй! Давай, стреляй, Ленни! Покончим с этим! Мы в пустыне! Один выстрел, и ты свободен! Ну как, приятно ощущать власть над другими людьми? Ну давай, Ленни! Стреляй, вперед, стреляй! Стреляй! Давай! Друг мой! Попался! Да, чувак, было смешно. Хочешь или нет, мы партнеры. Прямо как Бин и Джерри.
Запомни, мы не можем всех подряд складывать в багажник твоей машины. Он у тебя не безразмерный. Не надо убивать. Чтобы доказать, что я человек слова, Ленни, я оставлю пистолет здесь. Он настоящий? Если сунешь его в рот и выстрелишь, то дыра в черепушке подскажет ответ. Иисус близко, вооружайся. Да, вот так. Не двигайся. Надеюсь, ты ценишь хорошую шутку. Останови, если уже слышал. Посмотри. Ладно, давай. Живо! Куда мы едем? Разве я что-то нарушил? Нет! Нет, нет! 52-й! 53-й! Хорошо. У меня была такая. У нее большой багажник. Давай проверим, на месте ли запаска, пока твой дружок там занимается своим делом. Твою мать! Вставай! Сцена ждет. А потом повсюду была эта кровь. Повсюду. Ну как повсюду? В нем ее не было. Но самое ужасное в том, что закончились рубашки. Я уделался, как будто ел лобстера без салфетки. Да, с той лишь разницей, что лобстер не кричит, и из него не бьет фонтаном кровь. Если бы била кровь, рыбных ресторанов было бы меньше. Ленни! 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 Куда собрался, солнце? Я все. Разве так разговаривают с менеджером? Ты не мой менеджер. Ты кровавый убийца, вот кто ты. Следи за языком, Ленни. Думай, что говоришь. Эй, дашь автограф? Что? Ты же знаменитость. Хочешь все бросить, Ленни? Эй, вот что я тебе скажу. Я занял нам самую лучшую комнату в этом клоповнике. И самую большую. А? Отдохни хорошенько. Нет. Нет? Что значит нет? Я иду с повинной. Никуда ты не идешь, козел. А знаешь почему? Потому что тебе все это нравится. Да, Ленни, я видел тебя на сцене. Ты вошел во вкус. Ты теперь на коне. Так что, милый друг, давай без фокусов. Ты не уйдешь, даже если захочешь.
Эй, вот ты где? Мне тут звонили люди Монта. Они хотят послушать тебя. Так что с этого дня, Фриман, ты наш хедлайнер. Ты хочешь уйти, мистер? Хедлайнер. Я так не думаю. Позволь дать тебе совет, который дал мне отец. Сын, расслабься и получай удовольствие. Подумай. Если что-нибудь надумаешь, я в мотеле. Я видела, как человек гнет ложку взглядом, но не мясной рулет. Эй, ты тот парень, который потеснил Тиберда? Быстро пришла слава. Ты, кажется, собирался в Вегас. Собирался. Но не сейчас. Неудивительно. Отсюда не выбраться. Ты закончил? Да. Нет, постой, можно я еще посижу здесь немного? Не знаю. Как видишь, у нас большой спрос на этот столик сегодня. Подолью. Это за счет заведения. Спасибо. Что с рукой? Ерунда. Наверное, обожгла на кухне о гриль. У нас там тесно. Ясно. Я просто неуклюже, как говорит Тиберт. В детстве папа всем говорил, что я неуклюжий. Я ни одну дверь не пропускал. И гриль. Забавно, но когда он умер, я перестал быть неуклюжим. Вот ты обрадовался. Не знаю. Я перестал быть неуклюжим, но скучал по отцу. Наверное, ты думаешь, что я странный? Нет. Совсем не странный. Эй, Грейл! Я торчу на этой улице уже 10 минут. Идем. Извини, мне пора. Была рада поболтать с тобой. Ленни. Ленни. Да. Грейл. Красивое имя. Ирландское? Почти. Берегись гриля. Да, да, да. Любовь не только слепая, но еще и немая. Возможно. Доедать будешь? Нет, забирай. А что это? Я вегетарианец. Мясо. А? Тогда подливку съем. Кстати, меня зовут Тикью. Я Ленни. Привет. Не переживай, порядок. Нет, я просто смотрю. Да брось, детка. Ты весь поплыл, когда она с тобой заговорила. А до этого момента выглядел как ходячий мертвец. Нет, я просто задумался. Ну, есть кое-что, что я точно знаю про эту жизнь. Поменьше задумывайся и больше доверяй своим чувствам. Сердце подскажет, как правильно. Сердце это знает. Похоже, этот мужчина плохо воспитан. Может, надо вмешаться? Может, и надо. Мы просто разговаривали. Разговаривали? О чем это? О том, как он занял мое место. Ты пьян. Ты врешь, Грейл. Убери руки, Тиберт. Прошу. Ты слышал? Убери свои руки. О, король юмора пожаловал. Слушай, я не хочу ссориться. Просто оставь ее. Это тебя вообще не касается.
А может быть, и касается. Прошу, Ленни, иди внутрь. Прости, я не могу. Тогда скажи нам, что ты собираешься сделать. Ты хочешь знать? Да. Желательно в деталях. Хорошо. Слушай. Сначала я почувствую напряжение в стопе, когда ногой с разбегу заеду тебе прямо по кадыку. Потом я воткну тебе пальцы глубоко в глаза, а когда ты упадешь, твоя голова лопнет, как переспелый арбуз. Я буду убивать тебя медленно, выдавливая по капле твою никчемную жизнь. Очень медленно, капля за каплей. Ты чертов псих. Поговорим позже. Тебе не мешало бы показаться психиатру. Начинай, сын мой. Что начинать? Свою исповедь. Простите, падре, я просто хочу побыть в тишине. Мне не в чем исповедоваться. Без искреннего покаяния не будет тебе прощения, говорит Господь. Я попаду в ад? Это значит, что тебе здесь нечего ловить. Я бы с удовольствием поболтал с вами, но мне некогда. Прошу меня извинить. Если бы только у меня были крылья, как у ангела. Да-да, Чарли. Петь совершенно нечем. Тебе должно быть стыдно. Такой молодой, а уже отсидел. Позвоните 77682. Надеюсь, что это не попадет в газеты. Я не поняла. Он что, чревовещатель? Был, он умер. Чревовещатель на радио? Мы ведь даже не знаем, он ли это говорит. Да, но это просто неважно. Нет, юмор тогда был настоящим искусством. Ясно. Я хотела сказать тебе спасибо. Да не за что. Пустяки. Раньше он был другим. Правда? Вы немного похожи. Он собирался уехать отсюда и покорить весь мир. А теперь просто боится. Да, знакомые чувства. Да, все с этим сталкивались. Он бы работал в клубах, а я на блэкджеке. Идеальная пара из Вегаса. Я как собака на цепи, которая видит миску с едой, но только не может до нее дотянуться. А ты знаешь блэкджек? Да. Это не сложнее, чем работать официанткой. Очень легко научиться подавать картошку. Может, сыграем? Без карт? Ну да, понарошку. Ясно. Карту? Нет, сначала сдам. Ладно. Карты. У тебя тройка и восьмерка. У крупье четверка. Еще. Нет, ты опять торопишься. Сделай ставку. У крупье четверка, у тебя 11. Если тебе выпадет десятка, удвоишь ставку. Ладно, я хочу удвоить ставку. Вот твоя карта. И это... тройка треф. Но я ждал десятку. А выпала тройка. Еще карту. Нельзя. Поменяй на десятку, чтобы я выиграл. Забыл, здесь же повсюду камера. Так что, извини, у тебя тройка. Ладно, понятно. Теперь я. Крупье сдает 4 и 9. Он сдает еще. И что? Двойка. Ты выиграла.
Нет, не торопись. Крупье должен набрать 16 или меньше. Правила на столе. Ты их читал, Ленни? Нет. У крупье... Туз, 16. О, давай, давай. Последняя сдача, и у него... 6. 22. Перебор. Ты выиграл. Выиграл. Боже, я впервые выиграл. Господи. Ты забавный. Уедем? Сейчас. Но ты же не мог. Все изменилось. К утру мы уже будем в Вегасе. Ты шутишь? Нет, я серьезно. Поехали. Если не уедем прямо сейчас, застрянем здесь навсегда. Ты спешишь? Нет. Остановись. Нет. Машина доедет? Доедет. 52-й? 53-й. Хорошо. Old black magic has me in its spell. Old black magic that you weave so well. Господи боже, что это со мной? Порядок, со мной тоже. Обещай, Ленни. Обещаю. Не бросай меня. Нет, никогда. Стой, стой. Что? Я включу печку. Ты замерзла. Глупый. Что? Боже! Выходи! Да, выходи из машины! Выходи! Быстро выходи из моей машины! Давай! Ты грязный ублюдок! Я думала, ты хороший человек! Не такой, как другие! Но нет! Ты такой же, как все! Ты нехороший! Вот ты какой, Ленни! Ты нехороший человек! И еще в твоей машине воняет. Останови! И не смотри туда. Ну что, Ленни? Сначала моя сцена, а теперь моя девушка. Может, еще ключи от квартиры, где деньги лежат? Это не то. В смысле, это вовсе не то, о чем ты подумал. Ты обидел ее, Ленни. Она очень не любит грубость. Ничего не было. Брось. Рассказывай. И выкладывай все подробности. Как ты касался ее шелковистых волос, скользил губами по ее нежной шее. И этот сладкий миг победы, когда ты, наконец, снял с нее маленькие трусики. Мы просто разговаривали, клянусь. Что в багажнике? Может, склад женских трусиков, а? Что? Открой багажник. Прошу тебя, Арт, уйди. Открой багажник! Или я всажу тебе в брюхо пулю 12-го калибра, как свинье. Теперь я тебя проучу. Никто не обидит мою девушку. Кроме меня.
Нет. В тюрьму. Кошелек или жизнь? Ты самый смешной в мире, Джордж. Кто продает? Сломаю руку, если откроешь рот. Едешь куда-то? Почему я здесь? Тебя привезли пьяного. Все копы за тобой гнались. За мной? Зачем? Автограф хотели. Мама, не знаю, слышишь ли ты меня, но я в большой беде. Как в том кино с Чаплином, которое мы с тобой смотрели, помнишь? Где было чем больнее, тем смешнее. Чаплин – извращенец. Что, мама? Чаплин – извращенец. Ни одной несовершеннолетней не пропускал. О, простите, я думал, я здесь один. И он обрюхатил обеих своих жен, хотя им не было и 16. Это широко известный факт. Еще есть преступление против Господа. Я не знал. Так почитай Библию. Я про Чаплина. Нужно уметь разговаривать с людьми на небесах. Ведь они там все знают. Особенно Иисус. А еще у него был невероятно огромный член. У Иисуса? У Чаплина, идиот! Вы священник? Был им. Но фундаменталисты меня выгнали. Лишили меня сана. И теперь я несу Слово Божье на дороге и в ночных клубах. И на Святой Земле. В Иерусалиме? В Вегасе. Спасется один, спасутся все. Это истинно, как и то, что Пасха в воскресенье. Отец, примите мою исповедь. Извините, лавочка закрыта. Может, я смогу тебе помочь? Отлично. Ты разбудил нашего мученика. Скажи, что тебя беспокоит? Ну... Смелее, Лени. Я тебе помогу. Ладно. У меня есть один друг. Он совершал очень плохие поступки. В душе он понимает, что творит ужасные вещи, но он не может остановиться. Один мудрец сказал, «Если твой правый глаз грешен, вырви его». Ты понимаешь, о чем я, Лени? Наверное. Хорошо, тогда ступай с миром и помни, он всегда следит за тобой. Бог? Глисон. Мистер Фримен, я пришел за вами. Куда мы идем? В допросную. Что мне грозит, офицер Флик? Ну, жизнь покажет. Удачи. Ладно. Рассказывайте. Все? Да. Все. У вас 2 минуты. Ладно. Итак. Все началось, когда я решил отправиться в этот Лас-Вегас. Как он там? Что-то бормочет. А дальше его кровь. Повсюду. Мне даже пришлось соскребать мозги. Думаю, это были мозги. Знаете, у меня не очень с анатомией.
Смешно. Очень смешно. Молодец, Фриман. Большой молодец. История про эту руку особенно хороша. Ладно, приду вечером на выступление. Покажи, на что ты способен. Если понравишься, сразу пойдешь в эфир. Сэр, простите, я не понял. Юмор – это валюта. Монте сказал, если ты и правда хорош, везти тебя в Вегас. Сразу. И вы меня не арестуете? Малыш, остановись, прошу, а то я сейчас лопну от смеха. Увидимся вечером. В моем лимузине. Это твой шанс, малыш. Не облажайся. Эббот и Костелло. Офис шерифа Лэмбоун. Ищите свою машину. Ее забрал менеджер. Менеджер. Будьте осторожны. Сегодня очень жарко. Ну? Супер. Я говорил. Надеюсь, теперь мы квиты? А, да, кстати. Вот здесь вся сумма. А точно вся? Ну, немного не хватает. Пока. Постойте, я дам, обещаю. Вечером. Ты отдашь сегодня вечером. Если твой клоун не справится, ты попал. Бассейн закрыт. Привет, Хитч. Так, так, так. Возвращение блудного сына. Кондиционер накрылся, представляешь? Жарко, как под грудью у мадам. Ты взял машину. Иначе эти трупы просто зажарились бы там на солнце. Для этого и нужны менеджеры, решать вопросы. Например, ты хотел на шоу Монте Гая? Пожалуйста. Прости, Хитч. Я вел себя как эгоист. А ты был прав. Бог простит. Теперь все будет так, как ты захочешь. Мне бы сейчас десяток магазинов. У меня есть идея. У тебя? У тебя есть идея? Хорошая. Легкие деньги. Да? Легкие?
Далеко еще? Близко. Надеюсь, ты понимаешь, что нужна добыча покрупнее. Не делай так. Знаешь, я когда-то читал о парне, который встал рядом с банкоматом, надев костюм. Какой костюм? Неважно, просто костюм. Он всем говорил, что работает в банке и помогает снять деньги, потому что банкомат сломан. Эти идиоты давали ему свои карты и пин-коды. Этот парень уходил, снимал по 500, а людям выносил те 40-50 долларов, которые они просили его для них снять. Все гениальное, просто. Ловко. И никакого насилия. И в отличие от нас, ему не нужно было менять рубашки в конце дня. Потому что, черт побери, меня достало ехать! Где мы вообще? На месте. На месте? Где? Здесь же ничего нет. Зачем? Контракт. Ты покойник, Ленни! Вернись сейчас же, или я убью тебя! Черт! Милая Грейл, прости меня за все. Я тогда был не в себе. Но сегодня все изменилось. Сегодня я понял, как все исправить, и точно знаю, что должен сделать. Тикио сказал мне: всегда слушай свое сердце. И сейчас мое сердце подсказывает мне, что я хочу, чтобы ты дала мне второй шанс. Сегодня я снова стал самим собой. Прости меня и приходи в мотель после шоу. У меня для тебя большой сюрприз. Ленни, постскриптум. Ты права. Машина может не доехать. Грейл. Вот уже две недели я торчу на этой дурацкой стоянке. Ах, наконец-то. Слушай, Ти-Бёрд не пришел, ты следующий. Нужно время, чтобы нанести грим, кровь там, все такое. Нет, я в новом образе. Ты спятил? Там сидит помощник Монте. Это очень серьезные люди. Пойми, коней на переправе не меняют. Никто не хочет слушать про бедных и голодных детей Африки. Все хотят поржать и сказать: смешно, детка! Уж поверь мне. Пора. Помни, что я сказал? Детка! Подумай. Итак, дамы и господа, сегодня у нас прощальные гастроли. Поприветствуем на нашей сцене короля кровавого юмора, Ленни Фримона! Это твой шанс, малыш.
Теперь у тебя появилось вдохновение. Я всегда мечтал об этом. Звезда? Если твой правый глаз грешен... Вдохновение у тебя в багажнике. Вырви его. Мне нравится твой друг. Спасется один, спасутся все. Я остался прежним. Это твой шанс, малыш. Мы партнеры. Не облажайся. Большое спасибо. Ух ты. Смотрите, сколько зрителей. Такие счастливые лица. Напоминают статуи с острова Пасхи. Как вам Лэмбоун, а? Классное место, я бы поселился здесь навсегда. Мой папаша селился навсегда только в баре. Короче, знаете, многие люди скажут вам, что брак – прямая дорога в рай. Нет, дорога идет в объезд. Слава? Я сейчас. Эй! Эй! Мотель «Последний шанс». Что-то потерял? Великие детективы Голливуда. Что с этим делать? Что это? Вещи юмориста. Он забыл их. А, положи на стол. Да, мой герой. Хич. Хич. Привет, Ленни. Мы тебя заждались. Быстро ты добрался. Ты забыл, Ленни? Всегда есть другой путь. Пришлось немного прогуляться по жаре, прежде чем одна особа согласилась меня подвести. Добрая душа. К сожалению, случилось несчастье, и ее задушили. Я все объясню. Что объяснишь, Ленни? Почему ты бросил меня под палящим солнцем без солнцезащитного крема? Это очень мило. Я хотел стать прежним, и все. Что ж, уже поздно. Ты не сможешь вернуться, потому что обратного пути нет. У нас с тобой контракт. Да. Я разрываю контракт. Слышишь, я просто... больше не хочу быть знаменитым. Уверен? Что ты искал в багажнике? Что? Зачем ты сунул свой нос в багажник? Убедиться, что все в порядке? Или ты искал немного вдохновения? Нет. Нет. Ты... прекрати, ты меня сбиваешь. Все кончено. Если хочешь меня остановить, убей меня. Мне уже все равно. Ладно, ладно, хорошо. Знаешь, Ленни, ты выиграл. Сегодня ты выиграл. Но... погоди.
Я тебе кое-что покажу. Тут тебя искали, я предложил ей остаться. Предлагаю тебе то же самое. Нет, нет, она здесь ни при чем. Нет, ошибаешься, Лени. Очень даже при чем. Сядь. Ты слышал о толстяке Арбакле? Нет? Ты же знаешь всех комиков. Толстяк был большим шутником, прямо как ты. Только он был актером немого кино в начале 20 века. Его обожали женщины и любили дети. У него было все, что только пожелаешь. Но однажды, во время трехдневного запоя в отеле «Бэй-Сити» в городе Сан-Франциско, он заперся в комнате со своей очередной длинноногой подружкой и там отымел ее бутылкой шампанского. Так было написано в протоколе. Конечно, никто точно не знает, ведь девушка истекла кровью, ее криков никто не слышал, а он ничего не помнил. Она долго звала на помощь. Знаешь, чем все закончилось? Суд полностью снял с толстяка все обвинения и отпустил его домой. Его оправдали. Но люди, они-то знали всю правду. Как бы толстяк ни пытался снова завоевать их расположение, назад пути не было. Его карьере пришел конец, жизнь закончилась. И все из-за одного очень маленького, но поистине судьбоносного решения. Видишь, Лени, можно сколько угодно сожалеть о решении, но последствия все равно тебя настигнут. Шампанского? Я похож на ковбоя, Лени? Прошу, я все сделаю. Ты будешь делать все, что я скажу, потому что с этого дня ты точно будешь знать, что такое последствия. Хич. Ничего личного, друг. Прошу. Пора начинать. Прости, умоляю, прости меня. Прошу тебя, прости. На помощь! Умоляю, тише! Помогите! На помощь! Помогите! Я объясню. Нет, перестань! На помощь! На помощь! На помощь! Помогите! Нет, Грейл, не кричи. Послушай, мы теперь сможем быть вместе. Не надо кричать. Слушай, мы сможем уехать отсюда, как ты и хотела. И ты станешь крупье. А я буду выступать у Монте. И мы будем очень счастливы. Потому что я так люблю тебя. Ты ведь тоже меня любишь. Я люблю тебя, Ленни. Правда? Правда?
Тебя здесь ждут, Ленни? Очень смешно, малыш. Но для Монте Гая нужен формат попроще, потому что он терпеть не может перформанс. Так я еду в Лас-Вегас. Садитесь в машину, детки. City gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there, they're all living the devil my care. I'm just a devil with some love to spare. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva. Viva Las Vegas! А теперь поприветствуем на нашем шоу в Лас-Вегасе мистера Ленни Фримана! Спасибо! И инфаркт в придачу. Вам здесь или с собой? Ленни Фриман, дамы и господа! Я слышал, что вы сегодня женились. Да. Вот она. Боже! Мой отец желал прописаться в баре. И напоследок у меня для вас сюрприз. Прямиком из Лэмбоу нам приехал офицер Рэй Флик. Надо признать, это смешно. С возвращением, партнер. Мотель. Посредник. Режиссер Нэт Кроули.
В ролях: Джим О'Хейр, Эндрю Уэст, Джош Макдермит, Энн Дудек, Трейси Уолтер, Джослин Айяна и другие. Оператор: Дик Бакли. Oh, my honey, don't you talk about me when I'm gone, swinging on down that day. I'm on over that song, baby. Go, my friendship ceases from now on, baby. You got to rock and roll, I got to go. Roll some, but I'm in a man, I'm on that man. Well, I'm down, don't you talk about me. Oh, don't you talk about me. Ah, you go your way and I go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings a whole lot of luck to you. Really, baby, makes no difference how I carry on. And don't you talk about me when I'm gone. Yes, I'm leaving. Don't you talk about me when I'm gone. Bye. You always crave.